Короче говоря, мы живы. Да, мы живы, идем друг с другом, делимся ощущениями, как это было. Как бы мы друг другу не мешали, если что, да, если вы там думаете. Вот. Я очень переживала, что мы будем голыми биться. Ну, знаете, да. Но он получается, когда вместе, то есть зажатый, прыгаешь. Вот. Самое главное, как я понял, просто так плавно уходить. Вот, чтобы потом вот так вот не закидывало. Просто разрыви мозги. Вообще просто. Ребята, рекомендую. У меня аж слезы с глаз пошли. Посмотрите. Сейчас уже может быть высота, не высота. Первое ощущение. Фух. Самое главное, это первое ощущение. Ну ладно. Я тебя люблю. Ребята, это стоит того. Теперь потихоньку вниз. О, кружимся, кружимся, кружимся. А ногам-то больно? Да? Конечно. У меня ноги так напряжены именно из-за веревки. На спину. Спина, спина, на спину, на спину. На земля. Фу. Пошли нафиг, пошли. Это было очень круто. Пошли, как тебе не спускаться? Можно тут вот такие вот футболочки приобрести, я сделал это, не знаю почем. Недорого, наверное, злотых 30, вот, вам, то есть, стоит это 130 гривен, то есть 130 злотых, на двоих 260, 30 гривен стоит подцепить вам на руку камеру, вот, 30 злотых, да, и 30 гривен еще дополнительно можно вас пофотографировать, ну это неплохо. Да, ощущение просто, просто... Вот, чтобы потом вот так вот не закидывало, потому что мы сняли видео, как ребята прыгали после нас парой, вот, и получается, что их сильно, ну, закидывало, сильно закручивало, вот, не знаю, хорошо это или плохо, я даже не знаю, нас сильно ли закручивало, мне показалось, что нас, ну, мне просто кажется, плавно, да, плавно и удачно так, да, прыгнули под закат. Самое первое ощущение, это, конечно, знаете, где так... Самые первые вот эти вот 2-3 секунды, сколько ты туда полетишь, то есть, наверное, где-то секунды полторы-две, наверное, где-то так. Вот. Но самое первое ощущение, когда ты наклоняешься и отпускается вот эта вот калитка, точнее, не открывается, даже когда калитка открывается, это еще не то. Самое первое ощущение, когда ты вот, вот только наклонился и выпадать начинаешь с нее и начинаешь лететь. И ты понимаешь, что это происходит. Ой. Это, да, это ощущение, ну, стоит этого, я считаю. То есть, те люди, те, я теперь просто понимаю тех людей, которые прыгают, занимаются экстримом и так далее. Вот, они вот ради этих моментов живут, ради вот этого всего. То есть человек идет, я просто вот никогда не понимал такого, типа, ну, что за смысл там. Теперь просто понимаю, что... человек там, он, я там себе куплю то, 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 допустим, которые люди там, я видел видео экстремальные, летают и так далее.
теперь понятно. Не знаю, сказала, не стало, там было 90 метров, плюс-минус где-то 35 этажей. Ну, где-то так, 30. Да, но зато там очень красивый вид, больше, чем на плаце Конституции, Палац культуры и науки. Там реально видно всю Варшаву, все небоскребики, и ты смотришь, наслаждаешься, потом понимаешь, что типа, да ну реально высокие, как бы, ну блин, еще и прыгать, ну, стрёмно, очень стрёмно. Это находится недалеко от остановки Ощет-Дебольска. Вот. Ну, смысла вам нет показывать остановку, просто вы потом ее найдете. Вот. И таких веревок с прыжками я нашел в интернете, пока есть только две. Называется Mario Punchy. Вторая, я не помню, честно, где находится. У них на сайте есть, там два города, в которых таких, я так понимаю, два крана установлены.